Здравствуйте. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо вам большое за ваше терпение. У нас тут был Ацхат Кашмаль небольшой, но мы его преодолели вместе с вами. Спасибо вам громадное. Мы постараемся это все компенсировать. То есть мы надеемся, что вы будете весь вечер с нами, будете получать удовольствие и радоваться. Для нас город Нетивот, вот я вам хочу сказать, что я думаю, что касается памятников архитектуры, то, наверное, еще есть такие города, как Нетивот. Ну, не то чтобы лучше, там были памятники, но не хуже. Но вот что касается людей, я хочу вам сказать, у вас потрясающие просто люди. И мы на протяжении многих лет вот со всеми артистами, которые сегодня будут выступать перед вами, сюда приезжаем и получаем колоссальное удовольствие. Видим, как развивается ваш город, видим, как хорошаете вы. Спасибо вам за это громадное. Спасибо, что вы нас приглашаете. Очень рады вам всегда приезжать. Я с большим удовольствием хочу пригласить человека на сцену, которого я просто люблю как брата, потому что я все время думаю, если переезжать из Натани, где я живу, в какой-то город, то это только сюда, в Нетивот, благодаря ему, конечно. Замэр вашего, нашего города Нетивота является. Встречайте, пожалуйста. Организаторы его назвали «Фестивалия». Вот, и действительно очень приятно, что эти концерты возобновляются. И я уверен, что все у нас будет в порядке. И все вы будете здоровы, и с радостью будете ходить на эти вечера. И мы решили, что сегодняшний вечер должна начать просто потрясающая девушка. Я считаю, что это одна из самых лучших и самых перспективных певец нашей страны. Она очень молодая. You make me feel.
Мишель Монталь, ребята, у меня я хочу вам представить замечательного музыканта, который аккомпанировал и все моего дома раз сегодня улице, Алекс Гол. Давайте начнем. Я вам хочу представить сейчас певца, который очень много разъезжает тоже по заграницам, но, естественно, сейчас на этот перерыв в связи с этой напастью, с пандемией, но, в принципе, он представляет нашу страну во многих странах, он был лауреатом международных конкурсов в Голландии, в Амстердаме, он стал победителем международного конкурса в Варшаве, в Польше. Он много очень выступает в Москве, в Ленинграде. Он стал победителем, да, международного конкурса в Лондоне. С удовольствием его представляю. Блистательный просто певец Мартин. А это... Добрый вечер, Владимир! Приятно приезжать сюда в ваш город, я чувствую себя здесь так дома, как всегда. Хочу начать с песни, которая стала уже, наверное, русской классикой. Песня Давида Тухманова «Чистые пруды». А ваша песня. Thank you.
что нам задали вверх. Все ближе и дороже. Нам дышится легко, во много чистоты. Нас сделают на миг счастливее. Следующую песню, я хочу, чтобы вы подвинулись, наверное. Можно вставать с места, танцевать, хлопать в ладоши, хлопать ногами. Друзья мои, движение — это жизнь. Заряжайся. Руки высоконы, Димон! Пусть все невозможное станет возможным в вашей жизни. С наступающим Новым годом, друзья мои! Спасибо. Приятно.
Завершить хочу свое выступление очень такой красивой песней. Тоже, наверное, уже стала классикой русской музыки. И прежде чем я начну петь, я хочу представить талантливого музыканта, друзья мои, который заслуживает отдельных аплодисментов. Музыкант, аранжировщик, композитор, педагог по вокалу. Александр Голуб, друзья! Мы закон
замечательный пианист. Спасибо, спасибо вам огромное. Спасибо большое. Марки, если бы я знал, что ты так будешь петь, мы бы не ждали, пока свет появится. Все, что это ушло. Ребята, я забыл сказать, ничего, что я по-русски с вами не знаю. Послушайте, я правда всегда спрашиваю, потому что, знаете, есть такие, они уже года 4 назад так приехали. И тяжело им библиотека вот это сказать. То есть у них, как бы, знаете как, у них еще иврит не пришел, а русский уже ушел. Поэтому сложно. Я, правда, да, у меня был концерт в этом городе, не буду говорить. Один я выступал, один, полтора часа. Ну, понятно, на русском языке закончил. Подходит ко мне такая дама, знаете, такая видная в Одессе, говорит, такая дама в кремпленовом платье, у нее такая расцветка пожара в джунглях, знаете, цвета оранжевые, такой ярко-зеленый, и прическа вот такая, знаете, там, как у нашего бывшего премьер-министра, вы бы напомните, вот такой, в Одессе называлась «Вшивый домик». Такая, и она подходит мне, и так, без объявления войны, она мне говорит, Ян, они коль так самая природа, так? Я говорю, дама, вы можете со мной по-русски говорить, я пойму. Она мне говорит, Янчик, мне на иврите уже легче. Я предупреждаю, вы по-русски, и вот Мартин вам спел по-русски. Ребята, я хочу сейчас пригласить на сцену, вот без преувеличения, просто выдающегося музыканта. Знаете, это очень редко бывает, когда вот у человека, который не поет, а который играет, то есть музыкант, вот настоящий музыкант, достаточно сказать фамилию, чтобы все его знали. И вот я не думаю, что в нашей стране есть еще кто-то, человек такого уровня, как он. И я просто с большой любовью и радостью хочу пригласить на сцену маэстро Саня Райтов.
Спасибо. Знаете, я на своих выступлениях в последнее время я говорю о том, что вот мы, как музыканты, испытываем в этот сложный период, непростой, даже не то слово, ужасный период, чтобы она уже закончилась. Значит, что мы испытываем? Вот у нас, я знаю, что каждому было тяжело. Я 7 лет практически на сцене, то есть меня вот скрипку дали. Я сопротивлялся какое-то время, но папа сказал, скрипка, и без нее просто не выставляю свою жизнь. Это мой инструмент, однозначно. Вот представьте, где-то с 10 лет сцены, концерты, гастроли, беспрерывно. Вот-вот, он идет, идет, и вдруг нет ничего. И мы ждем, думаю, вот все изменилось, месяц, другой, ничего нет. Значит, мы, которые привыкли общаться с вами, как сегодня, мы вдруг понимаем, что у нас вакуум какой-то, у нас нет ничего. И заменить это ощущение невозможно. Поэтому я говорю, друзья, огромное вам спасибо, что вы пришли. Это бесценно. Наши встречи сегодня с вами. Огромное спасибо. Произведения, которые вы слышали, это мои авторские произведения. Он еще и пишет, полностью готовы. Только там был, он еще и поет. А следующее произведение, это как раз я попытался совместить, как мне казалось, несовместимо, я совместил Баха и Битлз. И вот что получилось.
надеюсь, что мы возобновим эту традицию. Раньше мы часто приезжали, и в этот раз тоже, благодаря, можно сказать, содействию моего большого друга, семья Стас Третьяков, и вот это должность, которую он занимает, позволяет ему простить и вас, и вас. Спасибо, спасибо. Молдавских мелодий. Опять же, для моих друзей, для всех, для вашего замечательного города.
раз такая возможность, я остановился, так я хочу представить этих замечательных музыкантов. Это мои друзья, настоящие, верные своему делу музыканты. Алекс Луцкий. Спасибо, Алексей. Все вы его помните. 740 передач и так далее. С нашим замечательным Яночком Лебензоном, который вел, ну, что скрывать. Это была самая народная наша передача. Правда? Не хватает, Яночка, не хватает. Наш замечательный контрабасист и басист Константин Эверкинд. В нашей команде русскоязычных есть и нормальный человек, и он будет Талькой. Мой лучший друг, прекрасный музыкант Виктор Никишин, гитарист. Ну и, конечно, бессменный сопровождающий, мой любимый Алекс Голд. И раз вы остановились на этом месте, я перейду на оф-идыш. Почти никогда никому не говорит. Больше так. Вот, да, видите? И поэтому мы все-таки готовимся что-то вам показать новое. Мы долго не были. Не были вот 2 года практически. И мы сейчас сделаем то, что никогда. Вот вы сегодня точно не делали. Я сейчас приглашу на сцену. Сами в курсе дела. Замечательного нашего певца. Я бы так сказал... Народный артист Израиля Феликс Ричардс. Я вижу здесь
новая компания, вот такой, я думаю, сотворят какой-то шедевр. Сами Клейтон, Феликс Лещиц. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Нашего друга, доктора Ицхака Хэна, песня о самой трагической страничке нашей истории, песня о Холокосте. Вообще о Холокосте написано очень мало песен, может быть, это такая уникальная, действительно уникальная композиция. Мы предлагаем ее вашему вниманию, называется она «Плач скрипки». Скрипка, рыдают струны,
мотив еврейский под ночью лунной плачет скрипка из прошлых лет о тех местечках, которых нет. Горит, пылает амбар закрытый, там рвутся струны, скрипач убит, и мальчик модул станет басой. Вот из-за дозы дерфа, вот из-за дешевле.
родился и вырос в Украине. Хочу сейчас исполнить для вас попури из 4 самых любимых моих украинских песен. Рідна мати моя, ти ночей спала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і ручник вишиваний на щастя дала. Моя
не буду спать ни в день, ни в ночи, не буду думать очи про вас, не буду спать ни в день, ни в ночи, не буду думать очи. Спасибо большое. Я сейчас хочу представить вашему вниманию замечательную песню композитора Яна Табачника. Эту песню я впервые услышал в исполнении Людмилы Гурченко, блистательной, неповторимой. Называется эта песня «Две березы». Песня о нас с вами. Тоскуют два штана,
далёка шана, и ждут давно два клюва приезда Соломона. Ждёт вишня небольшая, что вырастила рая. Две песни из моей последней концертной программы, которая называется «Вечная весна». Программа посвящена была 80-летию замечательного советского певца Валерия Ободзинского. Давайте послушаем замечательные эти две песни. Глаза не против. Эти глаза напротив палец спуп огней. Эти глаза напротив ярче все. Против чайного цвета.
Солистка израильской оперы. Я абсолютно убежден, что это прима нашей израильской оперы Алла Василевицкая.
Алла Василевицкая, звезда израильской оперы. Я просто подумал, знаете, музыканты, ребята, конечно, хорошие, но оставлять ее одну я как-то не решился, поэтому пришел ей на помощь. So
тобой на планы я плыл, я ждал. Лишь ты угадал сумела мою печаль. Заря золотила ясных небес края. Сцену всех ребят, которые сегодня выступали, принимали участие в нашем концерте. Наша молодая, замечательная надежда нашей страны Мишель Монталь. Мишель, иди сюда, дорогая. Иди. Вот она, красотка наша. Наш замечательный певец. Прекрасный, красивый, умный и талантливый Мартин.
гений человеческого ума, виртуоз скрипки, маэстро Сара Крайдон. Мы, конечно, блистательные певцы Алла Васильевицкая и народный артист Израиля, Кирилл Стишин. И я с большим удовольствием хочу представить еще наших блистательных просто музыкантов Алекс Голд, Валентину Бабадеру. И ансамбль, который называется Good News, под управлением заслуженного артиста Израиля Арика Сосу. Дорогие друзья, я хочу, пользуясь случаем, что мы все здесь, и я то, что говорю от имени не только себя, а от имени всех ребят и артистов, музыкантов, которые сегодня выступали. Большое спасибо вам и большое спасибо заместителю мэра вашего города Илье Эттингеру. Илья, спасибо большое. И громадное спасибо нашему другу, человеку, которого мы очень любим, начальнику отдела абсорбции вашего города, Стасу Третьякову. Стас, спасибо. Я Левинзон. Агир гаи, салюль каяи, вере ахмонани, ниса беру арбаим, им кольпа. Demand, he'll advise.